Интересно, а если я съем сам себя? Я стану в два раза больше или исчезну? Сынок, я тебе комбудактор купил. Игровой. На тебе еще 10 тысяч. На мороженку. Это что, сон? Нет. Братик, вставай. Так это был сон. Ну ладно. Доброе утро, братик. Ну что, пойдем по деревьям лазить? Братик, какие деревья? Сегодня пятница, 13-е. И чё? Сегодня сидим дома и не шевелимся, чтоб с нами несчастье не случилось. Братик, а зачем ты поролоном обмотался? Ну я же говорю, сегодня пятница, 13-е. Чтоб со мной несчастье не случилось. Тебе, кстати, тоже нужен такой же костюм. Кому? Мне? Да меня ни одно несчастье не возьмет. Меня один раз даже с танка стреляли. И что, тебя убили? Да, убили. Но я выжил. Я же везучий. Сейчас я тебе докажу, что со мной в этот день ничего не случится, потому что я везучий. Ага, давай. Стой здесь и наблюдай. Пап! Чё? Я так подумал. Я в школу ходить не буду. И уроки делать не буду. Буду сидеть дома и играть в компьютер. Мне все равно. Делай, что хочешь. Вот видишь, братик, со мной ничего не случилось. А давай еще как-нибудь проверим. Да легко. Смотри, братик, сейчас я вылью деда самогон, и никакое несчастье со мной не случится. Дед, иди сюда! Чё надо? Я твой самогон в раковину вылил. Понятно. Вот видишь, братик, я везучий. Со мной никакое несчастье не случится. Ну давай еще как-нибудь проверим. Сейчас я спрыгну с 5-го этажа, и со мной ничего не случится. Ну давай проверим. Легко. Там ваш сын в окно выпрыгнул. В смысле в окно выпрыгнул? Ну, туда и тю-тю. Вот видишь, братик, мне хоть бы хны. Только поцарапался. Я же говорил, что я везучий. Пап, а за что ты его так? Потому что он мне наврал. Сказал, что ты в окно выпрыгнул. Да, братик, не помог тебе защитный костюмчик. Вот со мной в эту пятницу 13-го ничего не случится. Пойду в компьютер поиграю.